Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста. Народные избранники отклонили законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года. Таким образом, отказавшись запретить возможность очередной реформы. Напомним, что в России с 1 января 2019 года проходит пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию увеличивается. К 2024 году он постепенно поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65. Будет ли скорректирован возраст в дальнейшем, покажет время.